В Одинцовском парке культуры и спорта прошло торжественное открытие нового павильона. Теперь любители лыж смогут в зимний период поддерживать их в хорошем состоянии, а летом здесь будет работать прокат лыжероллеров, велосипедов и другого спортивного инвентаря. Сегодня у нас по-настоящему замечательное событие в нашем парке имени Ларисы Лазутиной. Мы открыли не станцию, не магазин, это полноценный сервисный центр, в котором будет и прокат, и продажа атрибутики, одежды, инвентаря, лыж, и также еще и сервисный центр, где можно будет подготовить лыжи и профессиональными нашими специалистами, и отдельно подготовили пространство для олимпийских чемпионов, которые исторически, еще с советского времени или там с давних пор, привыкли готовить лыжи себе сами. Парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной на смотре конкурсе «Парки Подмосковья» занял первое место и получил губернаторскую премию на развитие и благоустройство территории. Именно за счет этих средств и открыли павильон. Лыжники не только любители, но и профессиональные спортсмены очень довольны. Кафе, раздевалки, сервис, очень крутой сервис здесь будет. Лыжи могут сделать, подготовить. Ты приходишь в теплое помещение, купить вещи, выйти с прекрасным настроением, прокатиться. Лучший парк Подмосковья носит имя Героя России, прославленной спортсменки, депутата Московской областной думы Ларисы Лазутиной. Можно смело сказать, что именно она – эпицентр этого события. Безусловно, Одинцовский парк просто обязан держать высокую планку. Эту точку зрения поддерживает и депутат Московской областной думы единорос Дмитрий Голубков. Лучшему парку лучшее оборудование, лучшие лыжи, все, что требуется для профессиональных и непрофессиональных спортсменов, здесь представлено. Уже сейчас Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха является точкой притяжения для многих любителей активного отдыха. Его развитие обязательно продолжится. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».